Чё мы делаем сейчас, пацаны? Заводим. Снимаешь. Видишь, нас встречают. Алена, как всегда, на телефоне решает вопросы, знаешь, что в Киев. Ну, я слышала, что ничего особенного. Дима мне говорит. Именно чем мы приехали. Мы приехали, вот, дорогие друзья, на двух. Я справа, Дюрик, то что слева. Просто бензин, чтобы меньше было. А Димон бежал там. Здрасте. А я думала, ты с Аней, знаешь, за компанию. Она с ручком решила, да? World TV. О, я чувствую, запашок. Остался? Я уже пьян. Пьяный? Я уже пьяный. Слушай, а ну разъясни ситуацию, где мы находимся. В родине какой-то тут. Вот в этой цистерне, походу, по-любому, что нелегально. Со мной Кристина. Кристина, видно, первый день сюда работает. Вот это, наверное, самое лучшее, да? Приходим в то место, где делают вино. А это что, контрабанда? Контрабанда это, не? Алена Маргалиева, а это вы поете песню «Хочу с тобой»? Я буду всегда, да, твои глаза, это я. Из них слеза. Вы, да? Да. Вы автор песни, да? Конечно же. Да. А правда, что вы делаете? Ого, тут именно чернорабочие такие. Это наклеивает марку без ГМО. Анна, скажи еще раз, что ты хотел сказать. Я говорю, сейчас вот вы видите вот эти вот бутылочки, пакетики. Алена Маргалиева, повернись, я снимаю с видеокамеры. Давай, актриса, врубай. Я всегда смотрел это в кино, а сейчас я сам снимаю про это кино. Передача Discovery, как это работает? Это колесо фортуны. Да, просто подмечено, как это работает на канале Discovery.
Мы едем на днём, Тамерлан. Канал Discovery, мы открываем мир, в конце концов. Забрали наши ящики с вином. Алена, Алена, первое впечатление у вас, пожалуйста. Хочу прикоснуться к кумиру. Я очень впечатлена. Вам я да? Надеюсь, что нам подарят блог. Окей, погнали. А мы сейчас попали в duty free в Коблево. Хотим купить винчик себе какой-то. Реально, потому что сейчас будем перепрыгать через коробки с вином. Алена, ты первая, ты все. Мы друг друга снимаем, нормально. Вот такой duty free в Коблево. Круто. Опять перелазим. Снова переходим на реку. Это просто мой текст. Коробки. Ребята, там игрушку не выиграешь. Там игрушку выиграть нельзя здесь вообще. Плюется, смотри. Вот так вот делают вино в Коблево. Такой ополаскивает, наливает при температуре 55-60 градусов, закупоривается корковая пробка и выходит. Клеится. Паспорт вина этикет. Круто. Поснимайте, снимайте. Да, это я. Алена, пару слов на камеру. Скажите, мы гоняем через день за вами. Кто-нибудь, это бутылка Коблево. Мы хоть попробуем. Как работают люди, смотри. На самом деле, мне всегда было интересно посмотреть, как проходит этот процесс, вот эти бутылочки, вот эти аппаратики, смотри, как они... А вы любите вино пить, Алена? Нет. Нет? Мы с Тамерланом за здоровую жизнь, за здоровую спорт. Жизнь, малая, называется это так правильно. Здоровую жизнь, здоровую жизнь. Здоровую жизнь, да. Тамерлан всячески пытается. Поддерживает, всячески приятно, чем поддерживает.